Итак, друзья, всем привет! Сегодня занимаемся садовой мебелью. Напилил я заготовки. Брусок у меня на основании идет 6х7. Делаю всю садовую мебель по фотографии. То есть сейчас делаю заготовки на торцовочной пиле. Вот такой у нас импровизированный верстак, чтобы удобно было все распускать. Тут у нас ноги. Размеры все подбираю под уникальный заказ. То есть, в принципе, выходим в базу. Высота сидушки будет в чистовой 45. То есть, и спинка чуть-чуть с наклоном где-то градусов 50-55. Поэтому в основном размеры ног тут есть 37, 40, 50 и 80. То есть, 80 дальняя нога. Полтинник будет вставать вот так. Нижняя стыковаться. Ну, в принципе, дальше все покажу и расскажу. Буду снимать этапами, показывать. Сейчас заготовил все ноги. Прежде чем их скреплять, надо их пройти рубанком, чтобы доска была строганная, красивая. Так, следующий этап. Бруски сострогали. Получилась вот такая гладкая, ровненькая поверхность. То есть обработали рубанком. Сейчас буду запиливать длинные ноги немножко в уклон дисковой пилой. То есть, чтобы задать небольшой наклон спинки. Вот такая гора опилок. Еще строгать много. То есть это только две лавочки, каркас. Еще у нас сидушки, спинки. И потом еще стол. Поэтому работу продолжаем. Так, друзья, давайте я вам покажу, что у меня получилось. Собрал я 4 опорных ноги. То есть все соединения промазываются ПВА водостойким клеем Д3. То есть, чтобы все было надежно, все хорошо. Закручиваю по 2 самореза, 102-х. Все саморезы желтые, то есть все окей. Со всех сторон по 2 штучки плюс водостойкий клей. Также я спилил 2 сантиметра, то есть сверху вниз отмерил 30 сантиметров, 2 взял вправо и спилил под таким наклоном, чтобы немножко задать угол для будущей сидушки. То есть все окей, все хорошо. Вот в таком формате идем. Так, друзья, подготовил я досочку. У нас вот тут 6 досочек. Это сидушка, доска 40х150, вся строганная, снятая фаска. И 4 доски, это 2 спинки. Также доска 40х150, отстроганная с двух сторон, снятые фаски также в круг. Так что сейчас буду тестировать, пробовать собирать. У нас скамья будет 2 метра, выступы влево-вправо будут по 10 сантиметров. Как только накидаю макет, вам покажу. Так, собрал первую лавочку, длина 2 метра, все строганное отстрогал полностью, сидушку снял фаску полностью, сделал закругление, отшлифовал, все на ПВА-клее, желтых саморезах, 102-е, 89-е, внизу сделал 2 раскоса, все полностью проклеил, везде ПВА-шный клей, то есть надо будет потом еще аккуратненько стамесочкой подчистить, шлифанул. Такие закругления, чтобы не ободраться. Чисто так, символически, как бы, покреативить. Поэтому одна готова. Вот такая красота. Сейчас буду делать вторую. Так, друзья, закончил я вторую лавочку. Все в таком же формате. Один в один. Немножко можем поговорить по размерам. Высота чистовая покрытия 45 сантиметров. Далее уже танцуйте, пляшите от того, какую вы будете брать доску, стойки, бруски на ноги. Потому что вот 40-ка, соответственно, ну вот доска 40-ка, тут уже 41. Далее брусок у меня 7-ка. Соответственно, вот эта стойка у меня получается 45, 41, 36. То есть вот эта стойка 36 сантиметров. Далее вставка 50. Чтобы получить у нас полтинник и оставить по 2 сантиметра. Так, 150, 300, 450, да, все верно. Да, полтинник. Вот тут внутри полтинник, 7 сюда, 7 туда, 50, 57, 5 оставляем там и по 3 сантима на зазор. Все верно. Вот эта задняя стойка у меня 80. Она спилена на 2 сантиметра, чтобы немножко задать уклон. То есть 80-ка. Танцуем от толщины бруска. Вот это двойка. 2, 2, 2, 2, 2, длина 2. То есть снизу у меня 2 укоса из того же бруска, то есть упертые. Все на водостойкий ПВА-клей, по 2 самореза желтых. Можно было, конечно, заморочиться, высверлить, чопики поставить, как бы, но это дачная мебель. Как бы нифига в этом страшного нет. То есть все простенько, то есть ничего сложного нету. Вот такие 2 лавочки сварганил за сегодня.
Надо еще столик. Со столиком придется немножко поплясать, потому что врезка двух брусков, скорее всего, будет друг в друга. Потом 7 досок таких же остроганных с фасочкой. И, ну, типа в таком же стиле. Так что вот такая работа на сегодня. А далее потом уже покажу, как буду делать стол. Так, друзья, мы продолжаем собирать садовую мебель. Сейчас запилил уже под угол, уже все рассчитал, 4 ноги. 4 ноги для стола, чтобы попасть в высоту 85. Чтобы сделать помощнее и красивее, то есть изначально думал их запиливать, но так как они шестерка, будет слабовато, поэтому доделал, наделал муляжей. Будет ноги собраны из двух брусков, коротыши, это будет муляж. Поэтому сейчас продолжаю собирать столик. Лавочки уже уехали. Тут уже домик на колодце начался собираться. Лавочки уехали, ждут столик. Поэтому лупим сегодня. Ну, попробуем до последнего. Если получится, то соберу. Уже столешницу тоже отстрогал, снял фасочку. То есть досочки для столика готовы. В принципе, надо сейчас склеить ноги, сбить их, поставить две распорки, две укосины. И можно выкладывать стол. Ну ладно, работаем дальше, посмотрим, что получится. Так, друзья, смотрите, что у меня получается. Так, я ноги закрепил, поставил обвязочную доску, уже промазал клеем. Общая длина доски 2 метра, их у меня тут 6 штук. Стол получается чуть больше метра, то есть вообще красота. Выставил боковые доски, то есть сюда вынос у нас 15 сантиметров, а вынос из-под низа 1,5 сантима. Таким образом у меня получается вставочка 16 миллиметров, то есть расстояние между досками 16 миллиметров. Вот нарезал имитацию бруса, остатки прям четко входят. С этой стороны аналогично, закрепил вот такие ноги, то есть можно будет в дальнейшем потом там снять фасочку, чем поизвращаться, то есть крепеж весь изнутри, то есть вот внутри можете видеть, то есть крепеж весь изнутри тоже на ПВА-клей, все склеено. Сейчас столешницу соберу и потом сделаю еще два укоса из бруска. И будет, конечно, симпатично. Тут крайние доски также закруглим, немножко шлифанем, и я думаю, будет красота. Стол вообще получается бомбический. Мне самому нравится. Как-нибудь, думаю, соберем себе также. А, вот тут был косячок небольшой. Запилил укосину на 5 миллиметров не в размер. Вот видите, сюда забил клина, промазал ПВА-клеем. То есть, ну, шлифанется, покрасится, то есть не будет видно. Но доска уже ходить не будет, так как забит клин. Там как бы выпилил все четко. Поэтому сейчас выкладываем досочки и закрепляем на саморезы. Так, друзья, ну вот у нас финишная прямая. Готовый столик. Отшлифована столешница. Сделал закругление, также все шлифанул. Вот такая красота получилась. Внизу поставил два раскоса с одного и с другого края. Стол стоит, в общем, монолитно, жестко. Ну, потому что все на клею, все проклеено, все протянуто саморезами. Вот такая красота. У нас столешница 6 досочек 40 на 150. Общее расстояние получилось где-то у нас 110 сантиметров, 110 на 2 метра. То есть ноги сместил на 15 сантиметров, потому что лавочку делал со смещением на 5 сантиметров. Как раз лавочка должна встать после ног. И вот такая у нас получилась красота. Бруски использовал 60 на 70. Их склеивал, чтобы не запиливать в потай, потому что тогда ослабится брусок. А вот так муляжом склеил. Такие получились мощные кресты. Как бы выглядит вообще отлично. То есть если вот так издалека отойти, то есть его теперь обработать маслом, покрасить и вообще пушка. Так что вот такой результат, друзья.